Дарига Назарбаева будет курировать в Сенате вопросы безопасности. На пленарном заседании Верхней Палаты депутаты единогласно проголосовали за то, чтобы она возглавила Комитет по международным отношениям, обороне и безопасности. Позже Дарига Назарбаева рассказала, что планирует поднять вопрос увеличения в армии числа срочников. Кроме того, она не исключает и вероятности возвращения системы двухгодичной службы. Это, по мнению сенатора, позволит занять безработную молодежь. Сейчас в стране насчитывается почти 24 тысячи молодых людей, которые не работают и не учатся, а 80% бойцов в армии Казахстана – контрактники. Вопрос, который я бы хотела поставить, это сократить количество контрактников и увеличить количество срочников. С тем, чтобы молодые люди получили дополнительную возможность служить в армии, обучились бы новым профессиям. И для них это очень хорошая путевка уже в самостоятельную взрослую жизнь.